Це X-Factor. Сьогодні боротьба за фінал. Ваша підтримка для п'ятірки найкращих важлива та вкрай бажана. Даруйте тепло і підтримку учасникам шоу разом зі спонсором показу «Світоч». «Світоч» запалює таланти. Ніно, скажи, а одного із твоїх підопічних ще не кликали часом зніматися у кіно. Як ти думаєш, чи впорався б він, якби от так став? Я думаю, что в кино, может быть, справился, но вот в X-факторе и музыкальном факторе он честно, не умеет играть, он живет этим, с каждой минутой он, я не знаю, стремится к тому, чтобы вот присоединиться именно в музыке. И когда мы даже обсуждаем, у него горит глаза, сердце. И я радуюсь, что есть джентльмен, любящий музыку, и встречается Кирилл Капуновский. Кирилло, в тебе завтра день народження. Я впевнена, що загадане бажання на нашій сцені обов'язково здійсниться. Это где-то большой переломный момент. Я уехал из дому. Я уехал, чтобы добиться того, чего я хочу. Доводилось там перед кастингами в какие-то дни на вокзал поехать переночевать. Утром проснулся, глаза пошел, продрал, почистил зубы, нажал на вокзале и приехал на какой-то следующий тур. Одному очень сложно, тем более человеку юному, в новом городе, в большом, где много трудностей. Тут нужно иметь характер. Вперед, вперед. Ты идешь к своей мечте. У тебя вот сейчас единственная возможность, которую надо использовать, Кирилл. Больной, уставший, голодный. И неважно, мы идем только вперед. Ралла мази трея, рана тели трея, тава деби трея. Спасибо. Это вся история музыки, так что тебе придется углубляться в музыке. Там фантастическая книжка. Спасибо большое. Кириллу исполнилось 20 лет, самый лучший возраст, тем более тогда, когда он испытывает лучший процесс своей жизни. Я желаю тебе достойное продолжение. Спасибо. Все считают это битвой. Может быть, но битва... Для меня это битва с самим собой. И я здесь сейчас и на один шаг ближе к той мечте, которую я загадываю. Кирилло Каплуновский. Avoir une fille, une petite opale, des yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite vertueuse, avant si calme. Avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime où le coupable est la victime. Avoir une fille,
Wagon fils, c'est troublé de peur. Se maquille aura menteur. Avoir une fille, c'est plus jamais comme je le fais, comme je le fais. Avoir une fille, j'ai le sang et le regard. Je suis la ruse et la victoire. Et quand viendra le jour où le ma fille, on le parle mon ciel. Alors ces jours et pour toujours, j'enfermerai à double tour mon cœur et je deviendrai sourd. Avoir une fille, des yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire un cri pour le coupable et la victime. Avoir une fille, avoir une fille. Сцені українського X-фактору. Кирило, твоя черга продовжувати думку. Я повинен бути у фіналі, тому що... Знаєте, у мене є така одна мечта, дуже-дуже велика. І поки що вона ніяк не може збитися. Я кожен день рождения, кожен Новий год, в принципі, пытаюсь це загадати. Загадываю, но пока что оно не сбылось. И чтобы эта мечта сбылась, мне очень нужно выступить в следующем эфире. Дякую. Послушаем суть, Сергею. Молодец, что сказал про следующий прямой эфир. Ты вообще очень находчивый парень, и ты знаешь, что я к тебе очень хорошо отношусь. Ты действительно очень здорово все делаешь, и ты все превозмогаешь, все недомогания, болезни. Ну, что можно сказать? Ты сделал здесь все, что мог в этой композиции. Да, начал, может быть, несколько формально, недостаточно чувственно, я бы сказал, но потом раскрылся великолепно. Великолепно подошел к кульминации, и там были чувства, там были переживания. Это было великолепно отыграно. Прекрасно коду сделал, лирично, мягко, речитативно, актерски, тоже было очень точно. Да, может быть, тебе не хватило истинно французского шарма, но ты и не должен петь как француз. Ты спел это с русской душой, и это абсолютно удалось, и ты был честным, ты отдавался песне, отдавался сцене. А это самое главное в жизни и в профессии артиста. Спасибо. Дякую. Ивана. Ну, я позволю себе не согласиться с Сергеем Васильевичем. Да, потому да, что да. Я все-таки смотрю на Кирилла через призму некого равнодушия. У меня все-таки нет к нему тех чувств, которые вы, судя по всему, почему, Ванечка? А потому что, ну... Разве он не хорош? Больше... Разве он не пригож? А? Разве он не мужественный? Для чего пригож? Ну, как бы... Я его не рассматривал в разных выгодных ракурсах. Ну и как артист. Спасибо. А как артист? А как артист?
А, как артист, да, я сразу что-то... Посмотри, какое развитие он сделал в композиции. Это то, о чем я всегда говорю. А что-то дело, что в композиции было развитие. Вот как-то вот для меня лично вот кульминации в нем самом, мне кажется, она не случилась все-таки. То ли из-за недомогания, то ли из-за того, что просто он смотрел в ту сторону. Ну, в смысле, был повернут чисто... Зритель Ваня это увидел иначе, чем мы. Я надеюсь, но раз уж мы тут сидим, и раз уж мы все-таки тоже наблюдаем, и нам тоже велено говорить, поэтому я и говорю, мне что-то нужно все-таки, а потом я оспариваю все-таки свою категорию. Я понял, на что бьют, конечно, сегодня, на что делают ставки мужики Нино, это на французский трогательный язык, который, блин, заденет любое самое ранимое, самое, точнее, черствое сердце нашей украинской женщины. Вот, поэтому это, конечно, это очень опасно, чувствую, что... Это прекрасно. Тебя тоже зацепило? А? Тоже зацепило? Да, не, меня нет, нет, меня нет. Зацепил, зацепил, Кирилл. Да, дякую. Спасибо. Дякую. Ігоре. Ну, насправді, для Пінія, звичайно, Каплуновський пригож. Я хочу сказати, що тут якраз ти сказала, що він не грає. От треба було грати. І, в принципі, майже все вийшло. До вокалу в мене нема претензій. Я б стрибнув на твоєму місці з вікна. Чому ти залишився з нами? Це ж Ромео... Ну, це ж Ромео і Джульєта, ну... Чи це ще не фінал? Я просто не зрозумів. У нього ще друга пісня. Це не фінал. А, пардон. Тоді все зрозумів. Дякую, Ігоре. Спасибо. Ніно. Дорогі джентльмени і колеги, я люблю це слово. А хто із нас джентльмен, а хто колега, скажи? А, хорошо, я зрозумів. Як ви хочете? Є можливість вибрати. Є можливість вибирати. Я хочу вам напомнити, що сьогодні тур мюзикла і, можливо, какой-то репертуар, какая-то конкретная песня не позволяет поднимать и снять себе боль. Вверху, потому что какая-то вот эта песня в данный момент нужно было так исполнить. Я считаю, что несмотря на то, что я никогда не опираюсь и никогда не разговариваю от той сложной стороны моих джентльменов и чтобы еще лишние очки они присвоили. Но несмотря на то, что у Кирилла 39 в течение 2 дня, и он сейчас горит, такой у него температура, несмотря на это, он спел каждую фразу прекрасно, с чувственностями. Он не делал ничего лишнего. Он, ну, я не знаю, и французский язык. Он звучал не только как русский, и как украинский, но человеческий язык это и музыкальный язык французский. И я думаю, и я уверен, что это тот человек, который никогда халатно и через какое-то пластмассовое состояние подходил к песне. Он ответственный, чувственный и настоящий. Примите вот, какой он есть. Спасибо тебе. Дякую. Спасибо большое. Вы можете віддячити Кирилу за неймовірні емоції и дати ему шанс бути у финале. Не соромтеся підтримувати обдарованого хлопця. Телефонуйте 0900-902-003. А також надсилайте смс із текстом 03 на номер 7766. Не шкодуйте своєї любові, на кону великий фінал. Кирило, ще побачимось, не знаю, чи це можливо, але зичу, щоб твій другий виступ був іще кращим. Це був Кирило Каплуновський. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.